Потом будет нормально. Ну на, вот тебе подальше. Ты снимаешь? Да. Так, вот мы, короче, снимаем видеоотчет о том, куда мы деваем деньги, которые собираем. Вот у меня сейчас дали мне отпуск неделю. Специально приехали мы в Киев, чтобы закупиться вещами. Мы купим топорами. Топоры, лопаты, бензопилы. Вот на это все у нас. Ну, еще там разные ерунды. Как раз вот на это у нас уйдет 1010, наверное. Там уже посмотрим. Вот, ну, такой вот видеоотчет. Так, еще включим. Не переживал. А тебе батареи тут еще хватит? Перчаток от рабочих купим, все купим. Вот куда деваются деньги. Поэтому не переживайте, все уходит на фронт. И все личное время мы тратим на то, чтобы затариться тоже на фронт. Все личное время. Все личное время, да. Все, вырубай. Так, в общем, вот мы уже все купили. Чеки мы выставили в интернет, фотографии там, чтобы ни у кого никаких сомнений не было. Вот, скупились мы тут на 11 тысяч вроде. Вот, на вот это вот все уходят бабки. Уходит очень-очень много денег, чтобы ни у кого не было вопросов, я выставлю все чеки. Да, чеки вот. Игоря с Васей не ругайте, потому что они и так много своих денег. Это очень неприятно читать, когда про волонтера пишут гадости, потому что эти волонтеры сами много своих денег в это все вложили. Вот, не надо их обсирать, обсирайте лучше меня, я привык, мне пофиг. Вот, поэтому спасибо огромное всем людям, которые сбросили деньгами и помогли нам вот это все купить. Ну, все, спасибо всем огромное. Пожалуйста, прости большое. Товарищи, подписывайтесь на новый канал, на вот этот, так как со старым произошла беда. На этом канале будет включена монетизация. Все деньги с ваших просмотров будут идти на помощь парням в Киевском госпитале, на помощь солдатам. Так что теперь это, так сказать, волонтерский канал. Подписывайтесь там, ставьте лайк, распространяйте ролики. Теперь и YouTube работает на благо нашей Родины. Пиздонбас.